Многие жители и гости Владивостока уже успели опробовать новый 4G-кинотеатр от компании Теле2. Прямо сейчас на спортивной набережной ждет своих зрителей вот такая крытая площадка, где абсолютно бесплатно можно посмотреть шедевры мирового кино. Особыми показами отметится ближайший уикенд. 10 и 11 августа рядом в амфитеатре состоится фестиваль уличного короткометражного кино. Посетители смогут не только оценить работы, но и повлиять на их дальнейшую судьбу. На улице тысячи городов по всему миру вытаскиваем людей для того, чтобы за один вечер показать им лучшие российские короткометражки, а они после этого светом фонариков и телефонов голосуют за самую понравившуюся. Мы специальным устройством замеряем уровень света, потом суммируем, как же у нас наголосовали все города в течение сезона, и определяемся с по-настоящему народным победителем. Под оценку посетителей попадут уникальные, недоступные в интернете картины с участием Алексея Серебрякова, Сергея Бурунова, Павла Деревянко и других звезд. Как отмечают организаторы, это отнюдь не артхаусное кино, а понятные и до боли близкие обычным людям истории. Режиссер, полюбившийся большинству, в итоге получит приз – 1,5 миллиона рублей. Ну а зрители получат порцию необычных ощущений от уличного просмотра. Мы рады пригласить всех желающих провести эти выходные здесь, с нами, на фестивале уличного кино. Кроме того, здесь же, рядом с амфитеатром, до 16 августа будет работать кинотеатр мобильной связи, в котором каждый желающий абсолютно бесплатно может насладиться фильмом на скорости 4G и почувствовать качество мобильного интернета от компании Теле2. Первые показы кинофестиваля 10 и 11 августа стартуют в 20:30. На случай непогоды зрителям выдадут дождевики или теплые пледы. Вход, напомню, свободный. Максим Яковлев, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.